Новогодние каникулы для мясцев выдались спортивными. Наш город не только сам участвовал в спортивных мероприятиях, но и принимал спортсменов со всего Уральского региона. 4 и 5 января во Дворце спорта «Заря» прошел уже ставший традиционным турнир городов России «Ильмены-2014». 30-градусный мороз не стал преградой для маленьких спортсменов, которые 4 января приехали в МИАС из Снежинска, Златоуста, Челябинска, Чебаркуля и Екатеринбурга. В этот день во Дворце спорта «Заря» стартовали соревнования по плаванию «Ильмены-2014». В течение двух соревновательных дней в них приняли участие 270 юных пловцов 2001-2005 годов рождения. Стоит отметить, что в этом году количество участников значительно возросло по сравнению с прошлым годом. Тогда на турнире выступило около 130 спортсменов. Мы прибыли из Челябинска. Команда «Аквамарин». У нас очень много человек тут. Где-то 20. 20. А какие последние самые значимые достижения? Всероссийские соревнования «Северное сияние». Какое место? У меня 4-е. Несколько сотых проиграла. От нашего города участвовало две команды – спортшкола номер 4 и автомобильного завода «Урал». Традиционные ежегодные соревнования почти вдвое старше своих участников. Их начали проводить практически с начала работы Дворца спорта «Заря». Этот год не стал исключением. Некоторые из участников впервые принимают участие в соревнованиях областного уровня, и поэтому им крайне важно собрать волю в кулак и показать свой лучший результат. Ведь с трибуны на них смотрят не только товарищи по команде, но и мамы и папы, которые приехали их поддержать. Для, конечно же, детей это праздник, это после новогодние такие соревнования, это все как бы делается для массового привлечения детей к плаванию, для знакомства тренеров области, то есть это для объединения и, конечно же, детский праздник. В этом году турнир впервые проходит при поддержке спонсоров. Организаторы соревнований, а также участники выражают огромную благодарность компании MedWave за оказанную помощь в проведении спортивного праздника для ребят и предоставление призов. Хочется отметить команду спортивной школы номер 4, которые заняли второе место в эстафетном плавании 8 по 50. Кузнецова Алексея, занявшего первое место на дистанции 100 метров на спине. Чеснокову Светлану, занявшую первое место на дистанции 100 комплекс и 100 вольный стиль. А также Шлейгер, Коношенко, Гайсина, Бочкарева. Они тоже не остались без медалей.